Всем привет, ребята! И снова мы с вами, с нашей любимой кошечкой Анжелой. Кто любит кошечку Анжелу, не забываем нажимать красную кнопочку внизу и ставим лайки своей любимой кошечке Анжелочке. Сегодня наша Анжелочка пришла с учебы, и она немножко устала. И, конечно же, Анжелочка проголодалась. Она заказала себе суши в китайском ресторане. Вот, вкусный и легкий салатик. Здорово, Анжелочка, ты уже наелась. Видите, как быстро наелась наша кошечка. Зеленого чая она уже не захотела. Ну что же, давай почистим зубки. Сейчас наша Анжелочка уже будет отдыхать. Она почистит зубки. Нужно тебе искупаться после учебы. И можно будет переодеваться в пижамку. Вот, сейчас наша Анжелочка вся в пене. Смываем эту пену водичкой. Анжелочка очень довольна своей чистой, красивой шерстке. Ну что, Анжелочка сейчас уже будет готовиться ко сну. Она поужинала, покупалась, и сейчас она оденет свою любимую пижамку. Ее любимая пижамка вот этот зайчик миленький, и Анжела стала миленьким зайчиком. Она у нее теплая пижамка, приятная. И вот сейчас Анжелочка взяла свой альбомчик с наклеечками и будет в своей спальне, будет рассматривать наклеечки своего альбомчика и начинать заполнять новые странички своего альбомчика. Вот у Анжелочки есть много-много наклеечек, и она хочет сегодня их наклеить. Вот такие замечательные новые наклеечки открывает Анжелочка. Ребята, а у вас есть альбомчик с наклеечками? У кого есть, пишите в комментариях. Вот такие замечательные наклеечки у нашей Анжелочки. Ребята, а вы какие наклейки любите клеить? Какие наклейки есть у вас, пишите, и мы расскажем нашей Анжелочке. А кто хочет приветы от Анжелы, она вам сможет их передать. Если вы хотите, чтобы Анжелочка в следующих сериях передала вам привет, пишите в комментариях, и кошечка с удовольствием передаст своим любимым зрителям приветики, потому что она очень любит своих зрителей. Итак, Анжелочка продолжает открывать пачечки с наклеечками, и посмотрим, что же у нее получится. Ребята, а у вашей кошечки Анжелы все наклеечки наклеены в альбомчик? Не все. Анжелочка хочет узнать. Вот уже сколько страничек открыто в нашей Анжелочке. Вот какой красивый альбомчик. Анжела очень часто смотрит этот альбомчик перед сном. И сейчас она будет клеить наклеечки, которые уже открылись. Вот так заполняем наш альбом. И я смотрю, что тут страничка с цветами. Анжелочка очень любит выращивать цветы, очень любит цветочки. И у нее возле дома очень много цветов. А здесь наклеечки с нашей Анжелой, которая очень любит печь тортики. Вот здесь я смотрю наряды нашей Анжелы, и вот сейчас она разблокировала наряд феи. Очень красивый наряд у нашей Анжелочки, она у нас очень большая модница. И вот еще одно коктейльное платье. Анжелочка, у тебя пополняется гардероб. И еще одно гала-платье, в котором Анжела сможет выступать, потому что Анжелочка очень любит петь. А еще Анжела любит играть в спектаклях. И вот ее костюм красной шапочки. Заполнилась страничка с костюмами Анжелочки. И следующая страничка, смотрю, прям какой-то зимний домик. Вот Анжелочка пьет чай у камина. А это прям тропический рай. Вот такой фон у Анжелочки будет. Она сможет менять обстановку на своей террасе. Ну, Анжелочка еще захотела открывать наклеечки, потому что она хочет заполнить полностью сегодня все странички, которые не заполнены. Что же, давайте посмотрим, какие наклеечки открывает наша Анжелочка. Вот, пока много дубликатов. Но мне кажется, что она сегодня еще 3 странички сможет заполнить.
Вот так Анжелочка сидит в своей спальне и открывает свои любимые наклеечки. Ребята, а вам хотелось бы столько наклеечек пооткрывать и заполнять альбомчик? Я думаю, что хотелось бы, да? Ну что, Анжелочка, давай клеить. Вот такая красивая петунья. Вот так Анжела в саду ухаживает за цветочками. Отлично, страничка заполнена. Вот такая красивая страничка. А следующее продолжаем клеить. Это Анжела кулинар. Красивые тортики печет, знает много рецептов. И ходит за покупочками для этих тортиков. И еще одна страничка. Это зимняя сказка открылась у нас. Фон для нашей террасы. Вот так в зимние вечера Анжелочка сможет сидеть на своей террасе с этим фоном. Заполнена страничка. Анжелочка очень довольна. У нее открылось желтое вечернее платье замечательное. Фон на дне океана. Оказывается, наша Анжелочка даже на дне океана побывала с аквалангом. Вот это да! Какая Анжелочка молодец! Или же она только мечтает. Да? Вот эти странички, которые заполнила Анжелочка. Вот страничка с ее нарядами. Страничка с Анжелочкой, которая очень любит тортики и любит их готовить. И с Анжелочкой, которая ухаживает за любимыми цветочками. Ну что, Анжелочка, ей очень понравилось клеить наклеечки. Ребятки, а кому понравилось смотреть, как Анжелочка клеит наклеечки, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Анжелочка ждет вас в гости. А сейчас нашей Анжеле пора спать, и она спит. И ей снится сон, как Анжелочка играет с котиком Томом. Что, Том пытается попасть в нее шариком? Не надо этого делать, Томик. Ну все, Анжелочка, спокойной ночи тебе и всем пока-пока. До новых встреч.